Ровно 20 лет назад ушел из жизни заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Ульяновска Валерий Егоров. Сегодня память доктора почтили его коллеги, близкие люди и первые лица города. Его помнят как талантливого врача и неравнодушного человека. Валерий Егоров родился в Барышском Измайлово, окончил Куйбышевский медицинский институт, посвятил всю свою жизнь лечению людей. После интернатуры работал врачом-отоларингологом, затем главврачом Вишкаимской ЦРБ. 13 лет возглавлял Центральную клиническую медико-санитарную часть Ульяновска, где под его началом началось развитие материально-технической базы. Был требовательный, справедливый, деятельный. Фиброгастроскопия была при нем введена. Потом аппарат УЗИ первый он, скажем так, у нас появился. Один из первых аппаратов УЗИ. На протяжении 12 лет Валерий Александрович отважно боролся со страшным недугом, но онкология оказалась сильнее. Заслуженный врач скончался на 54-м году жизни, ставший уже родной МСЧ. 6 лет назад, 26 ноября, у хирургического корпуса медико-санитарной части состоялась церемония открытия мемориальной доски, и медицинскому учреждению было присвоено почетное имя Валерия Егорова.